Макеты нефтяных месторождений возле поселения Ханты, картины с изображениями городских пейзажей и, конечно же, жители. К юбилейному году Покачей дети выбирают именно такие сюжеты. На выставке в холле детской школы искусств собрано более 200 работ. Обращает на себя пристальное внимание картина в технике мозаика с изображением храма Покрова Божьей Матери. Это работа из маленьких кусочков стекла. Идея такого воплощения пришла Бурулай Бихматовой спонтанно. 16-летняя ученица первой школы говорит, что сделала такую мозаику за 1,5 месяца. Стеклышки мы достали в школе. Потом мы красили стеклом, разбивали его и клеили клеем ПВА. Бурулай работала со стеклом впервые. И тем, кто хочет попробовать себя в искусстве мозаики, участница выставки может дать ценный совет. Перчатки одеть для начала, чтобы не порезаться. Другие же техники вполне безопасны для юных талантов. Возраст участников декоративно-прикладной выставки под названием «Звездный старт» от 7 до 18 лет. Этот портрет – дело рук 11-летней школьницы, которая только начинает свой творческий путь. Я очень долго думала, не могла, и мне предложили книжку. Я смотрела, смотрела и увидела работу. Она мне понравилась, я решила ее нарисовать. У одних художников темы для творческих работ приходят по вдохновению, другие же проводят предварительную подготовку. 16-летняя Залина Алероева рассказывает, что рисует с самого детства. Ученица 4-й школы уже не первый год участвует в подобных конкурсах-выставках. Я очень тщательно смотрела, везде искала интернет, книги, где вообще вся история Покачей, все было просмотрено. И вот, ну, нашла в книге одной. Вот нефтяника нашла в книге. Потом, ну, этот рисунок у меня уже был готов на другой конкурс. Он там был, тоже участвовал. В выставке «Звездный путь» приняло участие 237 человек. Все работы будут оцениваться по 10-бальной шкале. По итогам выставки декоративно-прикладного искусства и изобразительного искусства будет награждение в мае. Будут вручены памятные сувениры и грамоты. Сувениры, рисунки и фотографии, посвященные 25-летию Покачей, будут украшать стены детской школы искусств до середины апреля. Татьяна Ботинева, Рустам Салтукиев, специально для новостей.